Все знаете, как нам попадают щенки. Их подбрасывают к приюту, их выбрасывают в поля, в леса, на помойки. Мы их собираем, спасаем, лечим. Не все выживают. У них переохлаждение, обезвоживание, заглистованность. Малыши обречены на мучительную, холодную и голодную смерть. Неужели так сложно стерилизовать свою собаку? Это делается один раз в жизни. Ну, потратьте вы эти 2-3 тысячи. Ведь вы свою собаку тоже обрекаете на стресс. Ведь роды – это стресс. Более того, отнимая у нее щенков, у нее возможен мастит, а далее раковые заболевания. Да нет же, многие из вас говорят, что грех вмешиваться в природу, а не грех выбрасывать малышей на мучительную, холодную, голодную смерть. Ведь больше нет греха, чем убийство. Это настоящее убийство. Вы знаете, сколько в прошлом месяце к нам попало щенков, и они продолжают поступать. И это все безответственность людей. А для нас это колоссальные расходы. Мы могли бы эти деньги потратить на вакцинацию, лечение, на корм, а мы просто накапливаем долги в клинике, потому что денег таких нет. У нас оптовая стерилизация. Люди, стерилизуйте своих животных. Только так мы можем остановить бесконтрольное размножение.